Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои самые хорошие зрители. Сегодня я вам расскажу самый знаменитый цветок кулявыдики. Вот одуванчик. Так что слушайте меня внимательно, дорогие мои друзья. Это полезный цветочек. Я про это хочу вам рассказывать. Я смотрю разные ролики, смотрю, там говорят, это кофе, это не знаю, там это полезно, печень полезна, почек полезна. Все полезно, конкретно вот этот цветок, как будто для всего полезно. Она полезна, но я сейчас вам объясню, как она полезна. Например, этот единственный, у него дела, что делает вот этот одуванчик? Усиливает кровообращение. Кровь хорошо работает, поднимает это давление крови. У вас, если кровь работает вот так, а после этого вот, вот типа такой, да, но я вам грубо объясняю, чтобы вы меня поняли. Это усиливает кровообращение. Если, например, там говорят, что отеки ноги, например, да, вот этот бывает же, вот этот тут, она поднимается, вот такие отеки, там нога туда-сюда. Этот завариваешь и пей каждый день, она уходит. Смотрите, дорогие друзья, с помощью массажа вот эти отеки тоже можно убрать. Это что такое? Ты делаешь массаж, ты делаешь, гоняешь весь тело, там кровообращение идет хорошо, это отеки автоматически уйдет потихоньку. Но надо правильно все делать. Одуванчик что делает? Усиливает вот это кровообращение, кровь хорошо работает, гоняет все. Все гоняют, и кровообращение идет хорошо. Вот, и чистит печень, и чистит легкие, и чистит все организм, и все сосуды вот этот. Поэтому, если у человека организм, то есть в организме кровообращение идет хорошо, если в человеческом теле кровь хорошо работает, значит у него, естественно, не будет никакой боли. А вот этот одуванчик, именно вот это для кровообращения очень хорошо. Вот. Этот, я не, там просто я смотрю разные ролики, там пишут, это кофе, это не знаю, вот это тоже я вам объясню. Почему они говорят, что это кофе? Они одно говорят, второе не говорят. Может быть, не знают, может быть, знают, не говорят, ну, я не знаю. Короче, я вам так скажу. Это не надо по ночам кушать, по ночам пить, заварить, пить, по ночам не надо это делать. Потому что это не нормализует вот этот кровь. Это повышает давление крови, вот этот. Это повышает давление крови. Это не нормализует. Если нормализует, ты спокойно поспишь. Если кровообращение хорошо, спокойно работает, значит, окей, ты очень будешь спать, как вода. А если давление крови высокое, ты не будешь, у тебя глаза такое будет, ты не будешь спать, понимаете? Вот это. Но есть такое вещь. Но чтобы, я это почему вам говорю, чтобы вы это узнали. Там один китаец так говорит, один американец так говорит, но они это не говорят, что это усиливает кровообращение. Усилит, она дает, адреналин дает на кровь, да, вот. Если кровь хорошо работает, значит гоняет все болезни. Вот вы, чтобы это тоже не забыли. А одуванчик, она для этого. Надо, например, чай заварить днем, не надо по ночам его использовать, днем только. Днем делайте до вечера, чтобы она успокоилась. Хотя бы гонял несколько вот этой проблемы, все вытащил из вашего организма. Вот, уже нормально. Вечер. Не надо вот это, ну, днем так. И только днем надо этот. Так что, вот, знаете, вот этот лист, там я много увидел, говорят, что салат добавить, это добавить. Ну, это, она хорошая, ну, салат тоже добавить можно кушать, но только днем чуть-чуть, да, давай, она, ну, она вкус приятный. Не такой плохой вкус, но хороший вкус. Так что, вы можете использовать этот, если его по чуть-чуть покушаете, по чуть-чуть днем, она вам очень понравится. Но не надо перебарщивать вот этот сет, потому что сильная доза, потому что кровообращение усиливается, и ты чувствуешь себя днем хорошо. А по ночам ты не можешь спать, потому что у тебя сильный кровь. Так что берегите себя, одуванчик полезно, надо берешь, например, чай заваришь, туда добавляешь маленький ложка этот, или там два вот такой, и там, не знаю, там листики вот этот одуванчик, я сейчас найду. Ну, короче, добавляйте чуть-чуть, не надо больше. И заварите, и пейте. Это делается где-то через день, ну так, днем только надо это делать.
она полезна. Если какой-то трава гоняет кровь, если это какой-то трава усиливает кровь, ну, чтобы он хорошо работал, значит, это полезная трава. Вот это для этого хорошо. Если у вас кровь хорошо работает, значит, у вас в организме все будет идеально. Так что берегите себя, берегите свое здоровье. Адвантик.